О, конфетки! Это мы любим! Как раз то, что надо к чаю. А какую же выбрал Немо? Выберешь зеленую, и ты проснешься и забудешь обо всем, и будешь думать, что все это было сном. А может быть, действительно со мной это приключится? А выберешь красную, и узнаешь, насколько глубока кроличья нора. Может, стоит попробовать? И может быть, просто кофе с зеленым медведем? А что бы выбрал Немо? Да, он бы выбрал красного медведя. Так, 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 тут все нормально. Тут отлично. А что вот это? Что это с ним? Че он прыгает на нашем батуте? Слушай, надо Кате сказать, что-то тут не то. Катя, у нас ЧП. Что случилось? Похоже, папа в детство ударился. Пойди посмотри. Я еще такого не слышала. Пошли посмотрим. Я делал математику и увидел, что папа прыгает на батуте. Я за ним ранее такого не замечал. Это что-то странное. Ага. Смотри. Слушай, и правда странно, но очень смешно выглядит. Да. Слушай, надо забрать его сейчас, а то кто-то вызовет психушку. Ага. Быстро, идем заберем. Ага. Быстрее, а то он сейчас еще заболеет, тут холодно. Ага. Привет! Тут весело! Быстренько в дом, тут холодно! Папа, не дури, ты сейчас заболеешь, тут холодно! Не пойду! Макс, с этим надо что-то сделать, срочно! Давай выталкивать! Давай! Не хочу! Не хочу! Заходи! Ух, как холодно! Садись! Ой. Алло, папа, с тобой все нормально? В холодильнике прыгать на батуте! Ага, ага, это весело! Да, да! Андрюша голодный, есть хочу! Андрюша? Да, да, мне 4 года! Тут что-то не то! Давай сначала накормим его, и потом будем разбираться, что с ним. Да! А няни-няни нету. Нет, не тут, а там. Иди сюда. Ты сиди, а мы сейчас все приготовим. Ага. Кусать, 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 кусать. А что с ним теперь делать? Не знаю, он реально в малыша превратился. Кусать, кусать. Что у нас есть? Есть Reese's Puffs, Fruit Loops и Cap'n Crunch. Как думаешь, что он будет есть? Хлопья. Все хочу! Окей. Я возьму молоко. О, банановое. Андрюша, какие ты хлопья хочешь? Все хочу! А я тебе молоко. Сям! Сям! О, приехали. Ням-ням, Андрюша будет кусать. Сям. Вау. О май гуднес, он нам все тут испачкает. Чувствую, что надо будет вызывать клининговую компанию. А? Клининговую компанию! А? Не пошло. Кушай, кушай. Только аккуратнее.
Угу. Ой. Ой, я поел. А теперь играй! Не может быть! Ой, я люблю прыгать по диванам. А нам запрещаешь. Нет, давай прыгать вместе. Ей, это же весело. Клаус. Фух, пить хочу. А что ты хочешь, Андрюшка? Сок или водичку? Или молочка? Сок хочу. Вот этот. Это же для нас мама купила. Хочу. Ой, не плачь, сейчас получится. Да. Ответственно? Ага, хочу. Я открою. О, держи. Это тебе. Вась. А это мне. А ты не лопнешь? О, нет! Туалет не Вась. О, хорошо! А теперь играть! Нет! Это же весело! Нет! Это что не надо? Классно! Еще! Есть! И еще! Нет! Моя плакатная бумага! Все, закончилось! Еще хочу играть! О, точно! Xbox! 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 Ага. Это для взрослых. А я умею. Андрюша, это мое. Давай ты пойдешь на третий этаж и найдешь там игрушки. А там много? Полно. Полно игрушек? О, класс. На, забирай, это неинтересно, она не работает. Не работает. Он не умеет как включать даже. Игрушки, где игрушки? А где игрушки? Меня обманули. Кафеты. Много кафет. О, колечко. Класс. Ой. Оп. Еще. Красную, розовую. О! Очень классно! Что тут еще? Соска! Класс! Постоянная соска! О, вот это! О, куточка! Красивая! Красивая куточка! О, кепочка! О, придумал! Странно на такое смотреть. Угу. Слушай, а ты не знаешь, Макс, это надолго? Я не знаю. Давай пойдем поближе, посмотрим, что он делает. Ага.
Вот они! Нашел! Ой, упала. Ну-ну-ну. Мое! Папа, это для малышей. Кстати, вообще, это было мое. Мое! Не дам. Ой, да-да-да. И что с ним теперь делать? А я знаю, знаю. Мы едем делать игрушку. Вильдебер. Что? С тобой? Да, да. О-оу. А кто машину поведет? Папа же всегда везет нас. Не знаю. Тогда давай пусть он поедет за рулем. Точно, он же выглядит как взрослый. Идем. Ага. Нет, папа, не так. Это не то. О, да, нет. Все получилось. Сними. Это не то. Поехали. Конфетку хотите? Да! Значит, что у меня тут есть? Так, это мое, это мне, это постоянно мне. О! Держите! Спасибо! Только она язык красит! Это же круто! О, и мне одна осталась. Опа. Ну что, поехали? Да. Кислая, вкусная такая. Я же говорил. Классная. Пока нормально едет. Да. А теперь ракета! Вот мы подъезжали. Ага. Ура! Приехали! Пошли тратить карточки! Как красиво! Хочу! Оно не на продаже! Вон, вон! Пошли! Вау! Вот это хочу! Или может вот это? А динозавр какой крутой! Вот, смотри, какой красивый, а! Или вот эту? Нет, па, это для девочек. Ладно. Папа! Чего? Смотри, тут есть Иви. Иви? А, Иви! Как нашу кошку зовут, но она совсем не похожа на Иви. Ну, хвост классный. Нет. Пикачу, это уже не модное. Это такое, такое. О, красивый. Это он. Все, решено. Я беру Йоду и сейчас к нему еще кучу всего. Так пускай будет Йода Деда Мороз. Все, берем. А я порою попробую найти вот это. Я не понял, ты что, тоже себе покупаешь? Ты что, меня копируешь? Кто бы говорил, такую уже куртку одевать. Это ты меня копируешь. А? Короче, ну тебя. Иду я выбирать одежду своему Йоде. Он будет у меня Дедом Морозом. Не-а. О! Йода, русалка. Как вам? О! Так. Вот оно. Выбрал. Но маловато будет. Нужно еще что-то найти. Еще туфли надо. Классные штуки всякие. Катя, он точно твои карточки потратит. Все.
Что-то тут все такое мне не нравится. Ой-ой. Его срочно отсюда надо забирать. Кажись, нашел. Вот есть классные туфли. Вот такие черненькие подойдут. Я думаю, очень классно. А еще очень важно шлем. Мне кажется, будет супер классно. Эй, Бат, тормози, сильно много. Ну посмотри, какой он классный. Какой милый. А? Беру. А я себе вот это выбрала. Кто? Я тебе свои карточки не дам. У меня свои. А? Ну ладно, идем набивать. Эх, когда они уже вырастут? Я первый. Can you feel it? Ладно, подожду. Мне уже немного стыдновато с ними тут тусить. Все, сейчас его накачают. Ура, мой йода готов. Yeah, I'm happy. Good. Очень классно. Теперь моя очередь. А мне всех вот таких стоять и ждать. Ну он же классный, попробуй. Возьми. Теперь я. Какой сердитый. Добавляешь. Как он пахнет? Это что, у тебя будет пахнуть, а у меня нет? Посмотри на йоду, разве он должен пахнуть? Он очень серьезный для этого. А моя? Я готова. Ура! Я иду оплачивать. Эй, стопэ, я вообще первый был. Я первый. А теперь мы с моим йодом едем домой. Па, может хватит уже? Не-а, у меня же есть йода. Йодочка, поехали. Брум-брум, за рулем. Давай, заводи машину. Что, йода, поехали. Йода, домой! Ой. Вот, Йода, вот мы и приехали! Сейчас мы тебя оденем, обуем! Будь красивый! Будь где-то морозом! О, голый Йода! Жалко, шлем придется снять. О, кстати, шуба не снимается полностью. А я себе вот такую сделала. Красивее и белее, чем у тебя. Йода самый красивый, правда? Да. Я знал. И шапочку. Оп, а, ушки. И ботинки. Обуваем. Настоящий Дед Мороз. А может, шлем и на шлеме вот эту шапку? Не налезет. Окей. А вот у меня такая красивая и милая девочка, даже с бантиком. Привет! Давай дружить. Давай. Какой-то ты странный. Я Дед Мороз. Красный нос. Зеленый нос. И вообще, я уже голодный. Кормите меня. Сейчас я тебе что-то приготовлю. Сейчас мы тебе приготовим кашу. А долго ждать? Я есть хочу. О, медведь. Мишка. Вкусный, зеленый. М-м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 -
чья это игрушка? Какая-то стрёмная вообще. И вообще, почему я так одет? Сейчас чувствую, будем выгребать. Это кто все поразбрасывал? И кто вообще ест конфеты перед ужином? Полезности надо есть. Кашку, салатик. Сейчас мы тебе приготовим. И вообще, что происходит? Я что, вообще спал целый день? Что-то я и голод уже чувствую. Вроде и не завтракал. Ура, папа, ты вернулся! Откуда я вернулся? И это что за страшилки? Это наши старые игрушки из Билдебера. Да. Не говори, что это он делал. Тогда их надо убрать отсюда. Чего они здесь везде валяются? Давай, и вообще, пора ужинать. Давай накрывать на стол. И это страшилище подальше от людей убрать. Кстати, под елку его поставьте, это же Дед Мороз. Да, ага. Фух, что-то я аж подустал. Ну все, пора заканчивать. Я уже нормальный папа, дурачка отыграл. Реально, поставьте лайк, если вы думаете, что папа классно отыграл. Да, он реально иногда стеснялся. Не забудьте подписаться на канал, поставить много тысяч лайков, и может мы еще что-то подобное снимем. А Йода реально классный. Он у нас будет нашим Дедом Морозом. Все, всем пока-пока! Пока-пока!